Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого. Я продолжаю на уровне сложности эксперт проходить полностью игру Anno 1800 со всеми дополнениями, которые вышли. В прошлой серии мы, по-моему, благополучно провели операцию «Пиво». Кстати, рекомендую перейти к первой серии, смотреть первую серию, если вы ее пропустили. И сейчас продолжаем, видимо, к ремесленникам наш путь, но сначала надо таки увеличить производство пива, нам явно будет этого не хватать. То есть у нас сейчас есть две пивоварни, я бы 4 сделал. Если даже глянем, ну, наверное, по графикам будет, да, в ноль выходить, но тем не менее. Видите, благодаря пиву мы имеем примерно 700 денег вход. Хотя, благодаря шнапсу и вход. Блин, какой вход. Не знаю, во что тут считаются деньги, я без понятия, честно говоря. Так, и плюс еще надо бы квесты выполнять, конечно. К сожалению, я не смогу выполнить задание вот бабульки. Так, сейчас я отправлю вот эту. Так, сюда и... Не, давайте сначала сюда завезем. Так, и делаем еще 3. Нет, здесь не на этом острове, вот на этом. 3. Координаты приняты. Блин, не то сделал. Сюда мы едем. Да, отвыбрать корабль. Штурман. Просто так отвыбрал. Хотел скопировать ферму хмеля. То так правой кнопкой нажимается. Скопировать и можем ставить. Давайте, наверное, вот здесь поставим. Я тут явно дальше не... Блин, забыл включить режим чертежа. Но в данном случае это не так, чтобы страшно вообще. Но... Ваши соперники начали войну. Отлично, это так здорово, когда ваши соперники воюют друг с другом, а не с вами. Нет ничего лучше. Так, чертеж. А, значит, нам 3 надо. В принципе, жителей нам тут хватает, только надо проверить, хватает ли им рыбы. Шнапсом мы им... Мы их не будем. Да, рыбы хватает, отлично. Так, значит, раз. Два. Три. Вот так сделаем тут. Ваши соперники начали войну. Ой, как здорово, как там. Ну, это, по-моему, с пираткой все воюют в основном. Надо вообще глянуть, кто там с кем воюет, конечно. Так. И... Еще 3, ладно, здесь сделаю. Все, 6 фабрик хмеля. В принципе, у меня... знаете, мы даже вторую. Я 2 корабля сделал. Да? Тут один плавает, флагман у меня задание выполняет. Это сейчас второй тоже на маршрут отправлю. Пускай плавают. Но мне еще надо 2... Еще 2... Тут давайте где-то сделаем. Нам еще надо будет отдельно сейчас хлеб фигачить. Но сначала сделаем фермы... Для вот производства пивасика. Пивасик от Ивасика. Ставьте лайк, если вам нравится этот персонаж в игре Ведьмак. Его величество одобрит. Блин, теребеновое дерево. Туда, а это сюда. О, сначала сюда, значит, заглянем. Так. Ставим это поле и... Тут поле поставим.
Вот приятно с пшеницей, очень можно всякие неудобные места таким образом закрывать. Ну что, солодильню где-то тут надо ставить, получается. Или я лучше рядом с портом? Давайте лучше рядом с портом. Тут солодильню. И две пивоварни. Раз. Блин, тут она, правда, перекрывает лес. Слушайте, ну перекрывает и перекрывает, да? Да, все. С пивом у меня сейчас будет вообще все завались. Мы его даже поставим на продажу, если его больше 40. Пиво сделали. Теперь делаем цепочку для обеспечения моих жителей хлебом. По-моему, колбасой мы уже их обеспечиваем. Заслужили. Хотя не до конца. Слушайте, давайте еще. У меня тут есть. Вообще, а что же мне пишет игра? Почему я не обратил внимания, что у меня нехватка колбасы? Да, нехватка. Одну поставим. Пока дополнительно. Вы меня очень огорчили. Да, ведь и не выполнил задание бабушки. Там проблема была, что мне надо было прям в остров пиратов заезжать. А я в войне с пиратами, мне бы ее просто убили все нафиг. Так. Блин, все забываю свой этот корабль поставить на привоз хмеля еще один. Потому что мы еще с этого острова потом будем перец возить, на самом деле. Так, давайте производство хлеба. Вот на хлеб тут будет много территории заниматься. Ну, давайте, наверное, пока вот здесь сделаем. Так, прокладываем дорогу сначала. Дальше от дороги. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, и еще дорога. Раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, и вот тут. На сколько клеток? На раз, два, три, четыре, пять, шесть, девять. Закончили работу. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Закончил. Мы делаем все ради искусства. И это завести сюда. Так, больше пока я квестов не вижу, чтобы мне где-то выдавалось, да? Да, продолжим строительство. Здесь нам надо будет поставить 4 поля пшеничных, 2 мельницы и 4 пекарни. Мельница, склад. Мельница. Теперь тут вокруг склада. Раз дорога, два дорога и сюда дорогу прокладываем. Так, теперь. Квест тебе сдаю. О, что за книжка? В профсоюз. Так, мне надо завести. Мне, кажется, профсоюз надо поставить около металлургических и литейных. Там еще у меня кое-что было на это дело. Рулевай. Давай, так, и надо корабль второй добавить в маршрут. Хмель. Олимпия. Принимаем.
Да. Отлично. Вон хмель тут будет. Ну, там еще плюс потом будет перец в дальнейшем, как я и говорил. Так, хлеб, хлеб. Нужен хлеб. Значит, тут у нас будет пекарня. А тут ферма. Вот так. И тут, по идее, вот в этот квадрат как раз полностью влазит. Ага, 44. Зашибись. Поставили. 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 Пока пекарню не ставим. У нас пока нету муки. Дальше. Тут пекарня. Так, тут дорогу. Опа, ровненько. 144. Ферма. Пекарню пока не ставим, как я и говорю. Тут дорогу прокладываем. Здесь ферма, пекарня, пекарня, ферма. Ну, блин, что он не поставилось? Так. Тут закрываем дорогу. Ферма, мельница. И тут закрываем дорогу. Ферма. Да, поставим все уже тут. Все четыре. Так, корабль мой прибыл. Что прикажете? Сбрасываем. Это тоже, видите, на... А, это фабрика сигар и мельница. Ну вот это надо, производитель... Правда, не привлекать? Подожди. Снижает производительность, ну... Да нафига мне снижать про... Не, нафиг надо. И это на... Да не, я ничего не буду использовать. Мне не нравятся эти штуки, честно говоря. Так, квестов я тут не вижу пока ни от кого. Так, минус 46. Видимо, тут пива не хватает ребятам. Нет, хватает. А что так в минус пошли? Да, блин, колбасу. Давайте все уже колбасу тоже запустим. Что тут ждать? О, там битвы происходят. О! Флагман ждет указания. Сейчас чьи-то обломочки соберем. Да, давайте глянем, кто там с кем воюет вообще. А, так, Гаспаров с Грейвзом. Грейвз со всеми вообще, кроме меня. Харлоу со мной и Грейвзом. И Маргарет Хан только... Короче, Грейвз воюет со всеми просто, отлично. О, нам тут рубашечки завезли. Что еще? Шубы. Вот это шубы для аристократов. Это даже не следующий уровень будет. Я не знаю, откуда они тут у них взялись. Так, сбрасываем. А, что у нас по потребностям? Мыло надо теперь. Так, тут нету... До, ну, просто ему далеко до таверны. Это не то, что ему совсем не хватает прям, но... Да, надо бы проложить мощеные дороги здесь. Кстати, нехватка фермеров, строим дома. Сейчас надо смотреть, что у нас по... Становится минус 2 шнапса. Но вообще нам надо быстрее переходить на следующий этап протока минус 2 шнапса, да? Да.
Ну и минус один мыло — это нормально. У нас еще быстрее надо мыло делать, просто по той простой причине, что на следующем этапе ремесленникам не нужен будет шнапс. И они, соответственно, будут меньше его хотеть. Ну, то есть, вообще, итого, не они, они вообще его не будут хотеть, скажем так. Общее население будет меньше хотеть шнапс. Так, надо поставить на продажу хлеб. У нас его сейчас явно будет много. В моем арсенале лишь лучшее. Рубашки продаются. Блин, шнапс. Шнапса маловато. Так, знаете что? Мы не будем новый шнапс строить, потому что нам придется скоро его меньше делать. Мы просто увеличим выработку. Я думаю, что этого нам хватит. Вполне. Так, мыло. Мыло, как нам тут лучше мыло? Ну, как бы мыло не особо много надо. На самом деле. Тут у нас есть где-то уже... Ноги у нее дурехи болят. Их надо беречь. Не сможет работать. Кто прокормит 6 голодных? Вот тут давайте сделаем. Тут, правда, месторождение меди еще. Ну, тут как-нибудь дорогу... Так, для меди оставим на будущее, чтобы не закрыть проход к этим двум рынкам. Так, значит, мыловарня у нас тут будет. Нет, вообще, давайте сначала со свинофермы. Так. 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 Есть тут для дороги место? Хрена. Значит, на одну клетку надо в сторону. Вашего соперника напали. На одну клетку в сторону немного. Блин, все равно не про... Так, ладно, короче, здесь мы, наверное, не будем дорогу вообще делать. Что не влазит у меня постоянно. Ну, там неудобно как-то, понимаете? А вот свинюшник становится очень хорошо. Так, тут дорога. Тут у нас мыловарня. Тут два салотопных заводика. Так. И свинюшник. Ну, красота. Здесь, во-первых, улучшим... А, уже денег не хватает, блин. Яблочко вытирал своим кружевным. Блин, вот это надо поменять. Острая нехватка мыла. Это надо менять. Давайте доход это плюс 10%. Людей. Это все значит идет в печать. Так. Нам надо апнуть на самом... Ну, во-первых, сначала мы это все-таки делаем. Тут чего не хватает? Денег. У меня нехватка денег. Ну, вообще, плюс 700... Я думаю, мы сейчас эту неприятность решим. Вы получили бонус к влиянию. Я молодец. Так, задания какие-нибудь появились, чтобы денежки заработать? Вас. Вот и луч надежды. Плавающие обломки подобрать. Отлично. Вперед! Поехали. Еще какие-нибудь квесты вы видите? Я не вижу. Ладно. Так, нам надо тут мыловарни. Сначала салотопные заводы ставить, потом мыловарню. И улучшить вот этот склад. И этот тоже.
Минус одна рыба, блин. Тоже, ну вот сейчас уже Швепса плюс 6, тоже как бы ее на самом деле будет выше крыши, когда мы к ремесленникам перейдем. Давайте, нам, я даже буду удалять некоторые, просто увеличу на 17% выработку рыбы. Ну, нету смысла сейчас новую строить. Просто нету смысла. Так, мыловарня. И вот этот я бы улучшил. Просто чтобы быстрее бегало. Так. Сейчас мыло пойдет, и мы перейдем на уровень ремесленников. Так, обломки забыл подбирать. Координаты приняты. Вон еще квест висит. Это вопрос жизни. Отлично. А Окей. этот при, где предлагает? А, блин, там пираты, правда. Так, ну что? Не могу еще на следующий уровень? Будет о чем рассказать профсоюзу. Эх, что с мылом? Мы что, вроде как сделали. Ну что там? Справедливо. Так, давайте этот увеличу склад. То есть здесь больше тележек может бегать. И быстрее будут забираться все продукты. Так, что у нас вообще со складами? Шнапс увеличивается, рабочая одежда увеличивается. Мыла все еще нету вообще. Что странно. Ну и пивасик увеличивается. Хорошо. Дофига. О! Я пушечный завод не поставил. Блин. Я его поставил, а не заработал у меня. Мне нужен пушечный завод, потому что я буду сейчас фрегаты строить. Вот. Да уж, нам присесть некогда. Первый ремесленник даст фрегат, а первый 750 линкоры, а там куча пушек требуется. Я его, кстати, даже, знаете, вот так сделаю. У нас, по-моему, стали там должно быть сейчас тоже очень много. Почему же ты не злишься? Не стальной балки, я имею в виду, а вот это, да, видите, стали, еще, собственно, пушки будут делаться. Просто ваш дофига. Соперник защитил свой остров. Так, ну сплаваем. Может, вдруг нас не убьют пираты. Так, квестов пока еще не вижу. О, мыло уже действует на ребят. Сейчас мы будем ремесленников делать новых. Не везде улицы мощеные, да. Игра сохранена. Но там, где они мощеные, там круто, наверное, тусить. Соперник основал поселение. Ну что, ускоримся. И соперники разорвали торговое соглашение. Все друг с дружкой воюют там. Как здорово.
Лёша Бург. Кстати, надо как-то эти переименовать города. Давайте это будет у нас... Сант... Алексио. Такая фермерская деревушка. А это... будет называться... Нижние стыды. Ну, просто стыдно, потому что тут ничего нету. На будущее чисто тут меха добывать. Так, ну чё? Переходим. Время ремесленников, ребята. Для этого кирпичи нужны и стальные балки. Так что много в ремесленников. Вы поднялись на новую ступень. Эпоха мастерства началась. И вот эти ребята, вот смотрите, просто я показываю, что рабочим нужна рыба. Я буду ждать. Рыба, одежда и шнапс. Наконец-то у меня есть. А ремесленникам не нужны ни рыбы, ни шнапса, ни одежды. Поэтому сейчас уже потребление одежды и рыбы будет снижаться. И шнапса тоже. Кстати, наверное, можно реально снизить. Так, что там с квестами? Этот плывет выполнять. Так, у меня на острове какой-то квест появился. Фотография поединка. Сейчас сделаем. Они должны, по идее, у рынка где-то, да? Биться. Корабль атакован. Я все-таки атакуют пираты, да? Ну, этого я, эту я собью. Тебе сабля плачет. По мне? Я вообще тебе войну не объявлял. Ты со мной воюешь. Стараюсь. Так, плавающие обломки. Добро. Это туда добавить. Ага, и у Грейвза еще какой-то квест. Сможешь сделать это? Отвечаешь головой. Задание по уничтожению фрегата. Ну, я думаю, что это мы выполним. Так, тут координаты обломки приняты. Подобрать. Там экспедиция, но экспедицию я буду уже, когда линкоры сделаю. Так, что за фотографию он хочет? Где они дерутся? У одной из ваших церквей. Блин, у одной из ваших церквей. Типа, а что тут за восстание началось? Ну что, у меня тут полицейский участок, по идее. Сейчас разгонит их. Так, у меня церковь-то одна всего лишь. Ага, вот. Трус уклоняется от дуэли. Блин, 20 похлебки дали. Это потом консервы можно будет из этого делать. Штурман. Так, а фрегат где? Нет, фрегат я позже буду уничтожать. Мне просто некуда складывать все вещи. Маловато балок стальных. Я думаю, надо еще. А потом организовывать создание... В первую очередь, когда вы переходите на новый этап, надо организовывать создание... нового инструмента строительства. В данном случае это окна будут. Так, а балки у нас... Где у нас еще месторождение железа? Вот здесь. Так. Как мы поступим? Наверное, тут еще рынок надо ставить. Плюс 2000 идет. Вообще зашибись. Проходите, не стесняйтесь. Вы мудры. Отлично, выполнили задание бабули.
теперь вот это надо завести. А на острове делаем еще добычу стальных, короче, в стальных балки делаем все. Сначала шахту ставим, потом склад. Я просто не думаю, что я там поставлю заводы, а тут чисто склад и вот это же, чтобы сюда завозилось это все. Вот так. Не все раны заживают. Дальше. Надо еще углежогов. Получается. Это шахта для меди. Кстати, углежогов, может быть, тоже здесь поставим. Все равно пока нефть не скоро. Даже когда будет нефть, тут, по-моему, на углежогов оно не особо будет действовать. То есть мне хорошо не... повеселились. Отличная работа. Так, теперь отправляем фрегат мочить. Послание в бутылке, хранившейся у Н. Это... враг обнаружен. Это мы какой-то пиратский корабль сбили, оттуда эту фигню взяли. Досок немного по той причине, что я отключил некоторое производство досок. Я думаю, что это не сильно вы поднялись на новую ступень. О, мы уже городом стали реальным. Так. Рудник, рудник. Значит, две плавильни еще надо ставить. Ага, тут у нас углежоги. Давайте одну тут. Другую. Тут. И производство стальных балок тут. Из-за смога ничего хорошего не видать. С отвращением наблюдает загрязнение вашего... Ну, что поделать? Промышленность, она такая. Мне нужны стальные балки. Еле стою. И улучшим рынки здесь, чтобы больше тележек бегало. Так. Что там наш фрегат плывет? Для уничтожения. Что у нас по ресурсам? Доски 16, одежда минус 1. Но опять же, я повторюсь, как только мы апнем... Всего остального достаточно. Как только мы апнем достаточное количество ремесленников, у нас... Одежды будет... А с рыбой, кстати, что? Может, уже рыбу какую-то удалять? Не, пока в ноль. Идет. Так, а что ремесленники хотят себе для развлекухи? Варьете. Варьете там, по-моему... Требует то самое стекло, но я хочу его поставить. Да, видите, 40 окон. 40 окон. Как народ сейчас живет до этого без окон? Непонятно. Бычьим пузырем, видимо, закрывает оконные проемы. Надеюсь, я не буду так увлечен, что забуду об обеде. Я тоже надеюсь, что нет. Так. Театр мы сюда поставим. На будущее. Тут, кстати, еще можно домов напроектировать.
Засирая остров индустрии, видите, все в смоге. You breathing in fumes, I'm taste when we kiss. Вот это вот все. То есть где-то тут сейчас средневековье, не средневековье, а допишем от 19 века где-то тут выступает у меня. Ну вообще, на самом деле, это да, и прямо скажем, что оно 1800 вдохновлено Лондоном. Лондоном 19 века, прям конкретно. И мы закончим тем, что будем строить всемирную выставку, знаменитый Хрустальный дворец, Crystal Palace в Лондоне. Так, а что у нас там по квестам? Я убил корабль-то. Пути. Так, что это сюда доставить? Больше квестов пока не видно. Не, вон у мадам Кахины какой-то квест. Вот совершенно особо. Здорово. Подобрать суду. Это окей. У меня уже 33 тысячи денег. Нормально, нормально. На вашей фабрике произошел взрыв. Блин, опять здесь. Что у меня тут проблемы с этими местами? Почему я здесь? На вашей фабрике произошел взрыв. Почему у меня здесь постоянно происходят пожары? Вот именно в этом месте. По какой-то причине. Никогда не видел, что у меня картофельные фабрики горели, честно говоря. До этой партии. Сейчас там сгорит, это и мы восстановим все. Это не страшно. Так, давайте. Ваш город стал выглядеть хуже. Оконные мастерские делать. Постой-ка, ты теперь служишь? Людей так легко купить. Так. Здесь вперед! Сюда отправляемся. Я хочу до 750. Сделать этих на вашей фабрике ремесленников. Произошел взрыв. Где пожар это? Нанес городу ущерб. Все, просто ремонтируем и продолжаем ваш дальше спокойно работать. Здорово вышло. Штурман! Сколько у нас сейчас? 640 ремесленников. А мне надо 750 для открытия линкоров. Эти фрегаты я уже могу строить, но я считаю, что надо сразу линкоры строить. Нету смысла на фрегатах останавливаться. Тем более я тут пушки фигачу, как не в себя. Так, вот это как раз для 750, по-моему, хватит. Кризис. Другого объяснения. Королева пропала. Это, кстати, из дополнения какое-то задание. Но мы можем не спешить, тут ведь времени нету. Вы заставляете меня нервничать. Ой, успокойся. Успокойся. Так. 740, сейчас разблокируются фрегаты, и я хотел сделать цепочку для создания окон. Давайте смотреть, что у нас тут. Песчаный карьер, 2 человека, 0.30, 0.30, ну, дерево у нас там дофига, и 2 оконных фабрики, вот как мы делаем. Так, песчаный карьер здесь ставится. Стекольная фабрика тоже здесь. И оконные фабрики 2 надо сделать. Раз. Вообще тут надо место еще на всякий случай. Давайте так, раз и два.
А склад... Сюда вообще еще влазят эти? Готово. Я так на будущее просто поставлю. Я знала, что вы справитесь. Чтобы посмотреть, как влазит тут. Ну да. Давайте, значит, сюда. Тут ее никак не перевернешь. Тогда так ставим. И тут дорогу надо провести. Тут железа не хватает. Что, у меня уже 750 их? Нет, все еще 740. Еще один дом надо улучшить, значит. Чего-то не хватает. Что у нас, опять же, с... Так, видите, рыба 0 уже, шнапс в 0 вышел. Рубашек уже даже больше, чем надо, производится. Зато скоро будет не хватать... Колбасятины, хлебатины, это хлеб имеется в виду, и особенно, ну, пиво нормально. Пиво нормально. Так, мне еще один домик надо апнуть в... Хопа, нет? 760, все. Значит, я уже могу здесь... Ага, пушек, пушку не хватает, но он будет на содержание требовать 250... Золото, это, конечно, крутые корабли. Давайте взглянем, как мы по сравнению со всеми остальными развиваемся. Экономика в два раза лучше, чем у Гаспарова, но не хватает силы. Ну, у пиратов вообще никакой экономики не будет, в принципе. В полтора раза лучше, чем у Грейвса. И в полтора раза лучше, чем у бабули. Зашибись. Пока у нас все идет хорошо, но это только потому, что мне удалось сделать так, чтобы нам никто войну не объявил. Так, а что тут за задание? А, это про королеву. Ну там будет, я просто знаю, что это будет создать экспедицию. Я хочу построить фрегат и его в экспедицию отправить. Координаты вот в эту, для открытия нового света. Так, а тут эти все... Не, вон бабуля, кстати, какой-то квест хочет дать. Многие не знают. Надеюсь, вам понравится. Забрать невинное с виду воззвание. Ну, сделаем, почему нет. Так, корабль я могу уже строить? Нет, еще одной пушки не хватает. А я поставил, чтобы максимум там... Шло на пушечке, да. Скорее! Так, здесь уже надо оконный... А, блин, еще железо 16 требуется. В отдельном месте оконные мастерские такие. Потом у нас еще будут в дальнейшем пароходы строиться, но это не на этой верфи. Я вот это немножко я затупил с пушечной мастерской на самом деле. Надо было быстрее ее раньше включать. Я забыл, что она у меня стоит, и забыл, что ее вообще надо было включить. Так, поехал линкор строиться. Зашибись. Игра сохранена. Тут королева пропала. Квест какой-то новый, реально. Это вопрос жизни. Так эти земли существуют. Ее величество, я нахожу утешение лишь в том, что, похоже, она покинула по своей воле. Она оставила прощальное письмо. Не переживай, мой дорогой Арчи, я отправляюсь на юг с тем, чтобы вернуть нашей империи былое величие. Ну, это, в общем, экспедицию надо будет организовывать. Сначала надо в экспедицию в новый свет сделать, чтобы там заселить остров. А потом уже за королевой, я думаю.
отправимся. Так, тут теперь выполняем задание бабули. Путей. Сюда поплыли. Понимаешь, сэр Арчибальд нам пока больше заданий давать не будет. Так, первая оконная мастерская пошла. Так, давайте посмотрим, где у нас рынки не справляются. Там я буду их увеличивать, пожалуй. Ну, тут этот только увеличу, этот не буду. И здесь проведу... Кстати, дорогу надо сохранить эту. Небо красное с утра, Небо красное с утра, знак дурной для пастуха, да? Так. Ну и на шнапсе, обычно мне всего хватает. Ага, вот это не справляется. Тут бы я тоже, наверное, увеличил. Тут много продукции всякой. Сейчас, опять же, давайте посмотрим. Опа. Есть. Так. О, я не тот корабль. Блин. Я не флагман отправил на выполнение квеста. Любому судну потопило? Нужна крепкая рука. Будет сделано. Блин, а она не воюет, кстати, с пиратами. Меня сейчас убьют этот корабль. Блин, как-то я так промазал. Блин. Координаты приняты. А нельзя с пиратами? Уверен, все готово к печати. Снова это ничтожество. Ты слышишь? Боже, я думал, что охренел вообще. Блин, я не хотел публика... Так, ладно, мне надо еще, значит, один торговый. Корабль туда. Подоблен. Клипер надо строить. Это торговый корабль хороший. Бонус к влиянию. На 4. Ну я сейчас по своей, конечно, дурости потерял. Корабль. На ровном месте. Но, пожалуй, на этом я серию закончу. Очень неплохо у нас все идет. В следующей серии уже поплывем в Новый Свет. Будет построен линкор. Его я и отправлю в Новый Свет. Тут флагман. Ну, этот все равно корабль будет справляться с перевозкой хмеля. Это я просто, может быть, даже зря два корабля тогда построил. Что это все путем будет. Так, я хотел вообще с пиратами, может быть, перемирие заключить. Она деньги попросит. 20 тысяч. Я думаю, это стоит того. Думаешь, это был шторм? Мы постепенно будем улучшать с ней отношения и, возможно, помиримся. Потому что с пиратами, пока у вас нету флотилии хотя бы из 5 линкоров, воевать очень опасно. А причем вам этими 5 линкорами вместе действовать, подплывать к ним и сносить. Нафиг. Так, сейчас я дождусь, в общем-то, постройки еще одной фабрики окон. Мне 16 надо, да, стальных балок? Да. И на этом серию закончу. В следующей серии уже будет у нас эпоха ремесленников и будем открывать Новый Свет. Спасибо, что смотрите. Не забудьте поставить лайк и написать ваши впечатления. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!